Теперь Настя с папой идут на променад. Это пятая палуба. Здесь в середине корабля сделан такой бульвар, по которому люди гуляют, пьют кофе, едят пиццу, какие-то пирожные, есть разные магазинчики. Сегодня прилично шатает, качает судно, и мы все на каблуках шатаемся. Вообще-то очень славно здесь. И вот на этом променаде еще есть магазины с драгоценностями, дорогой одеждой. Вот есть такая кондитерская, называется Cupcakes. Здесь эти такие симпатичные штучечки можно купить. Все розовое, все такое лубочное. Работает очень много китайцев, филиппинцев. Так, пойду догонять своих красавцев, они уже куда-то убежали. Вот здесь кофе экспресса на променаде. Заходим в любимый магазин нашего папы. Это, как известно, виноводочный duty free, в котором тоже есть всяко разно. Вот они здесь гуляют. Уже посмотрели, уже выходят. Ну что, папа там выбрал, что мы будем покупать? Вот здесь Hennessy и Courvoisier, и Remy Martin, и всякие Bacardi, и Absolut. Absolut, то не... Хоть залейся, Absolut дешевый, как борщ. Здесь вот одежда, кто чего не успел купить. Пляжные полотенца, штанишки, майки, все что угодно. И главное, мишки. Ну как же, Teddy Bear, надо же с ними спать. Кто забыл своего Teddy Bear, может купить здесь. Так, теперь косметика, парфюм. Да. А это кто? Что за кафешка? Какая-то такая дорогая кафешка. Вот красавица американская, она выбирает украшения для себя. Погодный метод, подумай. Да. Другом наливает. Вот кафе, ресторан, пицца. А вот бутик, фэшн-бутик. Вот здесь можно купить дорогие сумки, нарядные блузки, платья, очки. Вот на самый верх уходит вся эта махина. И лифты, как корабли. Сейчас поедет дальше. Сейчас дождемся, люди. Да,
Поехали наверх. Всего 13 палуб. А внизу театр называется Платинум. Сегодня там должно быть представление, на которое мы идем. А вот еще там я увидела Сваровский стенд. Все? Вот сейчас сниму Сваровский стенд и все.